Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию матч национальных сборных. Будем за кого-нибудь болеть, Константин? Комментаторы не имеют права ни за кого болеть. Они должны соблюдать нейтралитет. Мы будем болеть за красивый футбол, обилие голов и, конечно, настрой на победу. Надеюсь, все это будет сегодня в избытке. Сегодня Болгария сыграет со сборной Швейцарии. И вот мы видим состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Швейцарцы играют сегодня в таком составе. Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. И несколько слов о Джердане Шакири. Ну, как мы знаем, этот парень действует по принципу «есть удар, бей». Практически с любой точки поля он может пробить и застать вратаря врасплох. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Эвелин Попов. Милан. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Швейцария пробьет штрафной. Эвелин Попов. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Удар! Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Вот. Навязывают ему штрафной в пользу Швейцарии. Гранит Джака. Эмболон. Джака. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Ну, навешивай. Подача на дальнюю. Джемайли. Джака. Эмболон. Родригес. Швейцария пробьет штрафной. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. В штрафную мяч подает он. Браво, вратарь! Да ну, это совсем никуда не годится. Станислав Манолев. Проходит пас это. Нужно забивать и выходить вперед. Мимо цели. Тут сложнее было промахнуться, чем попасть. Да, все шло к тому, что счет в этой игре будет открыт. Однако, не в этот раз. Ничего страшного, бывает. Эвелин Попов. Фабиан Шер. Стефан Лихштайнер. Джака. Эмболон. Станислав Манолев. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Джемайли. Эмболон. Мяч у соперника. Очень активно в прессинге соперники сыграли и смогли себе вернуть мяч. Балон Перами. И пробил он поворотом. Швейцария будет подавать угловой. Навешивает Шакири. Не получилось. Момент! Забивай! И пробил. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Судья добавляет 3 минуты. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.
Эвелин Попов. И это удар! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил сопернику. Свисток. Вторая половина матча началась. Эвелин Попов. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Есть шанс выйти вперед. Угловой будет. Мяч летит в центр штрафной. Плохо подал угловой. Мяч у вратаря. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Аут, но это штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Удар! Ух! Счет в матче остался ничейным. Не показал он все, на что способен за эти первые 45 минут, так ведь? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Эвелин. И пробил. Штанга. Классный момент был для того, чтобы забить решающий мяч, но за соперника сыграл каркас ворот. Баллон Берами. Шакири. Джемали. Ласта как пробил. Зряче. Неудобная была позиция для удара, но мяч немного до створа не долетел. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Шакири. Джемайли. Жак. Удар! Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Свежего игрока на поле выпустит. Навешивает Шакири. Джемайли. Практически пересек уже мяч в линию ворот. И если бы не защитник, счет на табло был бы уже другой. Но гола нет. Смотрим дальше. И это удар! Перекладина играет за ворота. Какой удар! Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Хорошо мяч перехватили в атаке. Вроде все правильно исполнял, но чуть-чуть не рассчитал. Мяч попал в штангу. Хотя шанс для того, чтобы выйти вперед, был отменный. Лихштайн. Джемайли. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Рикардо Родригес. Родригес. Какой-то, знаете, между собой. Швейцарцы идут в атаку. И пробил игрок. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. 9 минут играть в основном времени этого матча. Гранит Джак. Фабиан Шер. Лихштайн. Эмболо. Джемайли. Удар! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Шакири!
Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Георгий Милан. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Удар! Красивый сейв, и у нас все еще ничья.